Анонс и точная дата выхода 30 серии турецкого сериала «Мои братья». 30 серия сериала выйдет в эфир 27 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Кадир пришел в ярость от того, что ему пришлось узнать. Каан показал ему видео, после которого мир Кадира перевернулся с ног на голову. Теперь он знает, что его отца убил Акиф. Он пообещал, что Акиф ответит за свои поступки. Кадир отправился к Акифу для того, чтобы посмотреть этому убийце в глаза. Кадиру не удалось сдержать своего гнева. Он накинулся на мужчину и стал избивать его. Акиф в этот момент даже не пытался оправдаться. Он видит ненависть Кадира и прекрасно понимает, что не сможет усмирить его гнев. Кадир обещает Акифу, что он до конца своих дней будет гнить в тюрьме. И на этот раз ему не удастся выкрутиться. Каан сидел в машине и наблюдал за происходящим. Затем Каан вместе с Кадиром сели в машину и уехали. Но по дороге они попали в аварию. Семье Эрен сообщили о том, что с Кадиром случилось несчастье. Омер сообщил своей сестре, что их брат попал в серьезную аварию. Дети начинают скорбить по брату, а окружающие их люди начинают приносить им соболезнования. Мелисса была шокирована этой новостью. Она не может поверить в то, что с ее любимым человеком такое случилось. Напомним, 30 серия сериала выйдет в эфир 27 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.